План по комплексному благоустройству дворов в Люберцах на этот год выполнен. Качество выполнения этих работ продолжает отслеживать депутат Мособлдумы Игорь Каханый. Необходимо отметить, что региональный координатор партийного проекта «Городская среда» регулярно совершает подобные рейды по городам Подмосковья. Улучшается жизнь и комфорт, в принципе. Так что, в принципе, я думаю, жители довольны. Таких довольных своим двором жителей в этом году много. В Люберцах комплексно благоустроили, как и обещали, 69 придомовых территорий. Конкретно здесь, на Кирова, вдвое увеличили парковочное пространство до 40 мест. Провели опиловку деревьев, поставили спортивную площадку и игровой комплекс. По праву сказать, теперь этот двор выглядит абсолютно иначе. Мне очень приятно, что у нас так обслуживается именно фонд старый, а не новый. Да? Все-таки пятиэтажные дома 60-х годов постройки. Мы видим очень красивый двор. Качество, я считаю, на абсолютно должном уровне. То, что советы домов и жители участвуют в приемке таких площадок, это очень правильно. Однако с недавних пор комплексное благоустройство включает в себя еще и ремонт подъездов. Здесь его завершили весной. Обновили почтовые ящики, заменили окна, полы и плафоны, покрасили стены. Все работы согласовывали с жильцами дома. Ремонт подъезда в настоящее время уже принят жителями управляющей компании, что является одной из самых важных приоритетов, что житель должен понимать, что мы работаем для него. Делалось все комплексно. Заходили сразу и на детскую площадку, и на ремонт подъездов, и на увеличение парковочных мест. Координатор партийного проекта «Городская среда» остался доволен проделанной работой. Надо сказать, что накануне Игорь Каханый дал старт голосованию по реализации программы на следующий 2018 год на портале «Добродел». Желающим благоустроить свой двор стоит поторопиться. Время ограничено. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.